будет стоить? Ну, это не продастся. Сколько будет стоить? Да вы кому показываете это? Вот к тем, кто вот это покупает, тем вы показываете? Это очень тяжело. Тем, кто сюда... Да я показываю, ладно, пусть все. Тем, кто покупает, тех, у кого деньги есть, музыку вкладывать, тем вы показываете, а это значит... Возьмите что-нибудь. Инженерам-то нафиг это показывать вообще? Да. Ладно, думайте сами. Да. Возьмите, чтобы у нас показать. Ну, ПДД возьмите вот это. ПДД, это круто, да. Так вот и возьмите его. Да. Мне свадьба Фигаро не надо. У меня дома это нету. Если. Забирайте ее. Но ПДД у меня актуальный, если честно это говорить. Тогда лучше эту оставьте. Вряд ли что-то будет. А ПДД заберите. Ее могут взять ПДД. Понимаете? Это у нас будет давно. А вот это могут у нас ходят такие люди. Да, лучше ПДД купите сейчас, чтобы она была у вас в руках. Это вряд ли кто купит. Только вы можете купить. А это вы заберете. А если обе, то сколько доплата будет? Уйдете доплату. Ну сколько можете, ладно. Просто доплату. И это все ваше. А, ну хорошо. Просто что-то купите. Вам бонус. Ладно, все. Да, просто бонус. Ну сколько там? 150, хорошо? Давайте, тоже карту будет у нас. Да. Ну, это там будет карту. Вот я спасибо. Ну что, блин. Потом мы плодим другой, сделаем плодим. Да. Так, и начинаем с этой. Ну, тебя тяжить надо, что ли? Спасибо, что вы пришли. Да. Ну что, да. Но если что-то у вас пойдет, что-то вам надо, если, то вы говорите, ну, в принципе, я могу, потому что я себе кое-что распечатал, хожу тоже, да? И там, по своим музыкальным каким-то штучкам. А, ну да, да. Это чтоб не запись. Кюриган, вот гармонь, да, что-то кюриган может быть, да? Да, распечатать. Кюриган тоже очень кюриган. Интеллигентный просто очень человек, да. Ну, будем знать там. Может, я посмотрю там потом, может быть, какие-то нам распечатки нужны будут, вот. Ну, надо мне просто снять, что мне эти распечатки. То есть, вот если бы вы мне рассказали, то надо мне посмотреть, какие там нужны распечатки. Ну, вы... Ну, скажите, что надо как бы... И вы вот эти распечатки можете делать, если что, да? Как бы, допустим, вот примерно... Несмотря в каком количестве взяться, что... Да. Так, вот секундочка есть, если у вас какая-то, да? Да. Сейчас просто ради интереса, если у меня тут найдется какая-то нужная... Сейчас секундочку найду. Вот, ну просто вот пока, прочитаю. Распечатка песни «Разноцветные кибитки» на польском языке, голосовые ноты в исполнении желательной Эдиты Пьехи. Распечатки нот фортепианные голосовые группы Animals, известная английская группа «Дом восходящего солнца». Это любые, то есть не конкретно, это просто любые? Я потом могу выписать, да. Распечатка нотные фортепианные голосовые на стихи Роберта Рождественского, поп-гитара музыкальная. Вот такие надо. Вот вы можете такие, если я выпишу, потом как заказ? Например, то есть это у вас эти издания были, это просто их хотят электронной формы? Ну вот такой вот распечатки нужны. Да, просто, да. Даже не обязательно вот это оформление, просто сами вот распечатки, вот эти. Понятно. Вот, просто листочки. Да, да. Ну вот как, ну, вот да, это? Да. Вот. А вы хотите просто что, дешевле было, что ли? Нет, то есть, а вот руки их не издают, понимаете? Вот, сейчас объясню. Вот, просто распечатка. Вот есть вот? А, уже. Да, не обязательно вот эти всякие. Вот, просто вот, распечатать нам надо. Да. Ну сколько вы возьмете, я не знаю. То есть. Я задумал. Ну вы поняли, что надо, да? А старую литературу какого-то.
Ну да, потому что их сейчас никто не издает нигде, то есть издательств нету, а люди просят таких. Поняли? Ну, а сколько хочешь? А вот я поэтому и спрашиваю, потому что я ведь должен там купить эти распечатки, сколько я вот... А потом я должен тихонько продать еще. Ну да. Это вот то, что, у вас сейчас есть, это главное. То, что вот надо. Вот, вот заказ пока такой есть. Да, да. Если вы согласитесь, я потом могу выпишите этот заказ. Или пока не надо купить. Ну, потом придете тогда. 1500 только, да. То есть сколько это будет стоить приблизительно распечатать? Да как это конечно. Дорого пока, тогда лучше не надо, а то они нас тоже дорого боятся брать, не возьмут. Пока, да, подумать лучше, потому что они берут такие листочки, 5-10 рублей листочек у нас, дорого они не берут. У нас такие покупатели, они им дешево. Продавайте вот это вот, продавайте, ладно? Эти? Да, прям вот цены, вот прям все берите, как я говорю, все. Эти, это вообще тоже. Да, да. Вам спасибо. Разве? Да. Приходите. Вам добро, хорошо. Здоровьем давите. Здоровьем занимайтесь. А, это, что хотел вам... голодание полезно, знаете, да? Ну, да, не знаю я вас. Вот, так по голоданию у нас книга есть. Я знаю, нет, я про это... Я просто вообще в целом... Что-то я вам хотел сказать, я вот сейчас не помню. Ну потом придёте, не помнишь, ладно. Вы потом... просто вы меня ловите, потому что иногда бывает, что меня тут не бывает, но вы меня можете ловить тут, мимоходом же, где-то недалеко живёте. Держите, дело-то поднимать надо, бизнес налаживать как-то, литературу там посмотреть и всё. А вы вот отсюда в Филармонии далеко живёте или как? Ну, как бы, я не очень, ну это как бы далеко. Далеко, да? Ну, бываете в этих местах, да? Ну, прохожу. Ну, мимоходом иногда вот можете, если поймать, вот бывает, что меня не поймать. Понимаю. Я обычно стараюсь хотя бы после обеда прийти. Понял, прихожу. Да. Ну, ловите. Ладно, хорошо. Если что, звоните, телефон вы знаете, наверное. Так, тот же самый. Ой, дайте, я если у вас там справочник где-то был. Нет, я, может, где-то там меня потерял. Скажите номер телефона. Да тот же самый, как там в справочнике, где ваши там... Ну ладно, потом. Я потом зайду как надо. Экономится тоже экономизер, как говорится, да. Ну нет. Да нет, точно, наверное. Да. Тоже вот как бы, да, пошло, не говори-ка. Да. Вот он про себя так думает, тоже, да. Не знаю, как-то надо наложить, надо тех людей, которым действительно нужна, значит, информация какая-то, да. Значит, да. Ну это можно, да. Себя-то не думал, наверное, да. Ну, это то, ну, да. Ценить людей, наверное. Ценить, да. Товар ценить людей. Ценить вот то, что ради чего это делается. Да? Да. Правильно понимаешь. Вот труд вложен, понимаешь, в это же труд вкладывается. Чтобы напечатать книгу, это не так просто. Ну или просто, да. На поток поставил, все, типа того. Ну да. Ладно. Ну ладно. Типа того, да. Ладно, подумаю. Боярский. Да. Ну, получается так, ценить надо себя для чего-то лучшего, да. Надо знать толк в том, что ты продаешь, значит, да? Информацию, да, типа того. Наверное, да.
Ну, не знаю, делайте выводы. Чё, мозги-то не шевелятся, что ли? Как везде, да. Чё-то ничего не стоит, что ли? Ну, ладно, ничего не стоит. Здравствуйте. Да. За тебя сигареты ждут, да. Ну, да, да, да. Ладно, вот это есть на самом деле. Я себе думаю, так, не знаю. Ну, да. Да. Нет, понимаешь, как выглядит. Да, вот она и говорит. А что я хотел купить-то? Не знаю, да. Ну да. Не скажи, честник. Наоборот, да, на, взял бы для себя словарик тогда. Свой старый словарик. Итак, в итоге 350 рублей потрачено на клавиры Моцарта. И по ДД еще. Ну да, да. Ну это все хорошо, правильно. То есть актуальность продолжит. Правильно, да. Да, да, понимаете, да, да. Все хорошо, да, да. То есть новым поколением, да, наверное, черт его знает. Да. Ну как бы вот так, да, получается. Ну ладно, да. Вот это есть предъявигр, да. Да, надо, понимаешь, там тебе, да. Он ты знаешь, да, я говорю. Да нет, понимаете, что же, да. Вот да, просто. Да, наверное, да. Ладно, я себе так. Ну вот. Да, я себе так не так. Круто. Чтобы занимались себя, наверное, надо пропагандировать, как бы. Такая искусство надо. А это и не надо. Типа, а музыку не надо пропагандировать, типа, да. Я тебя понял, почему. Потому что есть еще реальность, в которой музыка не продается, и только обучают друг друга. Опа. Или чтобы она продавалась, надо очень долго учиться муторно. И все это будет как бы. Здравствуйте. Все вы заводите? А что у них, круто, что ли, подбиты? Не верни, что ли?
Ну да, да. А как ты это не персонально только что? Да. Да. Как вы да, Да. Вот это есть на самом деле. Надо все вот это есть на Вот я ты меня понимаешь, да? Работает идти надо, наоборот. Ну да. На международном. А жизнь одна, да, ты такой не согласен с этим, хочешь бабок заработать. А не умеешь пока, либо недостоин, да. А жизнь одна, а толк не знаешь в деньгах. Что деньги дают? За знания, за качество, за что? За красивые буквы любовь, да. Ну да, да. А. Не, музыка сама по себе просто сумбур, понимаешь? А то, что вот деньги платят за то, что это имеет в виду. Да, ну, наверное, да. Ладно, так. Ладно. Это позором, это значит, что я не знаю. Либо толк не знает, либо... Ну, что подальше, значит, надо... Да, среди тех, кто меня толк не будет. Это так, что я не сильно достойно такой. Я просто умею только делаю видно. Ну как ты делаешь тихо, да? Ну все равно это сейчас. Ну и как я буду сейчас двигаться сейчас? Ну ладно.
Разорялся сегодня вообще просто. Вот не мороз уже, да. Деньги нужны. Да. Слушай, а где грань таланта? Где-то грань тогда, да? Я вас не понимаю. Да. Вот это и есть он самый. Да, любовь у меня есть. Да, вот это и был он самый. Я подожди. Ну, подожди, вот это и есть он самый. Ой, какой.
Итого. Proportions. Понятно только, когда я как бы, да, он про себя таки думает, то, что я не живу, но нет, да. Это ж, ну, да. Хорошо вы сказали. Хорошо. Да, вот это и брать-то не портит, говорит. Не брать-то, не брать-то портит. Что вы такое себе позволите? Пожалуй. Наоборот, это наоборот. Пиковую даму. Волшебная хрипа. Да, это да, 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 I'm doing it.
все живут нормально. Нормально, да, нормально. Ошибка молодости. Да. Ну что теперь сделаешь? Надо лучше делать. Основываясь на чем ты сейчас это сделал, да? Понимаешь? Да. Типа того. Верится с трудом. Итого 350 рублей потрачено. Да. Слух, да. Иранские штуки. Штуки такие иранские, знаешь, нет? Ага. Видишь? Надежно завалили. Прослушивание своей завалили. Наоборот, да.